Попробуй дать сдачи мечом. Нажмите кнопку А. Так, даже гоблина не убьешь. Попробуй пнуть. Ага, вот так вот. Хорошо. Капитан, враг наступает. Что? Приготовьтесь к битве. Вау, вау, вау. Ух ты, смотри, какие гоблины. Первая битва, ребята. Интересно. Смотри, сколько тут... А, тут идут гоблины, еще какие-то крестьяне. Почему больше не поднимает... А почему щит не поднимается? Ладно, сейчас ниже встану. Так, а ну отвали. Отвали от меня, сказал. Я не могу поднять щит свой. Да ё-моё. А, да ё-моё, дай сюда. На тебе, на. Отдыхай. Так, мне нужно щит поднять как-то. Фига, так быстро все. Так, вообще-то на А поднимает. Все. Так, ладно, сейчас буду их фигачить. На, получай. О, смотри. А, это тоже надо поднимать все? Блин. Ладно, умри, гад. Так, деревянный посох мы нашли. Зелье. Так, на А. Да, Дуда, плей. А играем мы, ребятка, в следующий ролик, в следующую игру. Мы играем в Necromancer Story. Давайте посмотрим. Приключения. Выберите приключение. Первое приключение — возвращение из смерти. Давайте выберем вот это вот. А первое приключение — возвращение из смерти. А, ты должен быть, выглядишь таким старым и хрупким. Ты хотя бы ходишь, ходить можешь? Пошли в лагерь. А, бег. А, быстро дерните джойстик дважды. Так, ладно, бежим. Я привел нового рекрута. Добро пожаловать в мужской дом. А, надень те шмотки, чтобы защитить себя. Поднять вещи, нажмите кнопку А. Так, давайте подойдем и подберем. А, в смысле? А это что за чуваки ходят? Так, давайте подберем. Так, и меч. Ух ты! Не тяжело ли тебе? Да, капитан. Покажи ему, как сражаться. Эй, ты! Я научу тебя, как сражаться. Первое. Я ударю тебя своим мечом. Попробуй блокировать щитом. Нажмите кнопку D. А, вот, блокировать. Хорошая работа. А теперь попробуй дать сдачи мечом. Нажмите кнопку А. Так, даже гоблина не убьешь. Попробуй пнуть. Ага, вот так вот. Хорошо. Капитан, враг наступает. Что? Приготовьтесь к битве. Вау, вау, вау. Ух ты, смотри, какие гоблины. Первая битва, ребята. Интересно. Смотри, какие. Сколько тут... А, тут идут гоблины, еще какие-то крестьяне, или кто это? Так, ладно, я буду еще толкать их. Ох, нифига, заваруха какая. На, давай, давай, сейчас. Так, я вообще дерусь или нет? Я что-то не понял. А, вроде бы нормально все. Так, Д, я закрываюсь. Так, пинаюсь мечом. Все, умрите, сражайтесь, ты кусок мяса, не подходи ближе. Как это на вкус, апчхи, после тебя, в атаку. Ох ты, ё-моё, смотри, что творится. Да, тут надо это, пинаться еще. Ну, вроде бы сейчас мы их зафигачим, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я вообще там живой, нормально все? Да, вроде бы нормально, живой. Такое уже красное стало. Ну и что, победа, вау-вау, ребята, победа. Мы выиграли битву. Ух ты, подожди, это темные кропусы. В атаку. О, тут еще одни какие-то прибежали, ребята. Давай, давай, давай. А где я там, я даже сам себя не вижу. О, сейчас мы их убьем. Так больно, как это на вкус. Пыщ, быщ, ха-ха-ха. Ё-моё, чё, один остался. И меня убили. Да какие-то мощные, слушай. Ага. Фиолетовые. Всех завалили, прикинь. Ты погиб. Твоя армия также была уничтожена. Музыка остановилась. Как твое сердце. Но еще не надо грустить. Удивительно, но твоя смерть была судьбой. Ты понял кое-что благодаря этой смерти. Понял, что ты некромант.
Некромант — это тот, кто превосходит саму смерть. Теперь музыка начнет играть снова. Как и твое сердце еще раз. Вот это да, ребята, сюжетик. Вот это сюжетик. Получается, он живой? Как ты стал некромантом? Правда остается неизвестной, но ты преодолел смерть. Ты не раскрыл всю силу некроманта, так что сейчас время проверить, что ты можешь. Ты можешь вызывать мертвых с того света, и они будут послушно сражаться за тебя. Зажми наведи воскрешение на труп. Так, а вот у нас. Перечите иконку навыка на труп. Так, мы выбираем. А, мы можем вот это вот. Ты слишком слаб, чтобы сражаться в одиночку. Ты должен защищать себя, используя способности. Всего есть 5 способностей, которые может использовать некромант. Пока что ты обладаешь лишь одной, но со временем ты изучишь их все. Ты собираешься начать долгое одинокое путешествие. Чтобы начать приключение, нажми на экран. Глава 1. Деревня гоблинов. А-а-а, вот такие вот гоблины, ребята. Смотрите, какая эволюция у гоблина, да, интересно? Так, очко способности мы получили, инвентарь. Так, а что здесь в инвентаре у нас есть? А, стоимость способности, получается. Вы можете использовать способности с меньшей затратой маны. Так, улучшить. Что тут еще? Ярость, гнев еще быстрее, длится дольше. Так, улучшить. А, нету больше у меня, да? Хорошо, хорошо. Дальше что? Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Глава вторая, могилы. Так, могилы, деревня орков. Так, ладно, выбираем вот эту, наш деревня гоблинов. Нажимаем на единичку и играем. Ты выглядишь ужасно. Кто ты? Я думаю, тебе это понадобится. А-а-а, ты малой, ты кто такой? Мы скоро встретимся. Враг. Да ё-моё. Чёрт. Деревянная обычная палка. Подними оружие и сражайся. На, подожди, я ещё не поднял оружие. Ты чё лезешь? Сейчас я тебя щёлкну. На тебе удар. Подожди. Я забыл, как поднимать эту канитель всю. А как там поднимать? А, как? Поднимать как? Подойдешь поближе и нажмешь на... А, все, поднял. Поднял, ребята. Почему больше не поднимаю? А почему щит не поднимается? Ладно, сейчас ниже встану. Так, а ну отвали. Отвали от меня, сказал. Я не могу поднять щит свой. Да ё-моё. А, да ё-моё, дай сюда. На тебе, на. Отдыхай. Так, мне нужно щит поднять как-то. Фига, так быстро все. Так, вообще-то на А поднимает. Все. Так, ладно, сейчас буду их фигачить. На, получай. О, смотри. А, это тоже надо поднимать все? Блин. Ладно, умри, гад. Так, деревянный посох мы нашли. Зелье. Так, на А поднимается это все. Так, мне еще нужно вот эту ману взять. Тихо. Отвали от меня. Ты кто такой вообще? Иди. Я тебя сейчас щелкну. На, получай. Да ё-моё. Да, я тут поднимаю уже всякую фигню. Так, а ну, так, на А же поднимается. Все, давай. Собираем. Так, тихо. Решите иконку на труп. Так, я сейчас кого-нибудь оживлю. Так, тихо. Вот так вот. На. Ты давай там не умирай, во. Хорошо. Я сейчас все дальше пособираю. Вот еще что-то лежит, тапочек какой-то. Тихо. О, опять эти пришли. Дурачки-орки, давайте мы как-нибудь. Эй. Так, нужно больше харизмы, чтобы еще. Так, ты что, моего чувака убил? Ты гад, а? На, получай. Так, давайте его опять восстановим. Ого, так больно. Давай, мочи его, мочи. Все. Убили мы его. Так, а я должен деньги здесь собрать. Тихо, вот. Есть. Так, алмазик. Ого. Трое их, ребята, трое. Да когда вы там уже закончите-то, а? Пока вы меня не убьете, что ли? На, получай.
О! Такая вот игрушка, ребята, нравится, нет? Если нравится, будем дальше играть. Ух ты, их еще больше стало. На, получай, получай. Зомбарь, зомбарь. Ты меня будешь этот, я тебя буду зомбарем называть. Так, давайте восстановим, давай мы тебя восстановим. Зря, конечно, я тебя бил только что. Надо было пожалеть немножко. Так, давай я это, помогу тебе. Ты че, гад? Убил моего. Я его только воскрешал. Зря воскрешал, что ли? На, еще иди давай ко мне. Вот такой, ребята, бомжик, да? О, отлично, деньги. Деньги сейчас возьмем. Одну монетку. Так, я смотрю, это, короче, бесконечно мы будем воевать. Да, ребята, бесконечно. Будем тогда заканчивать серию. Потому что я смотрю... А, они за мной бегут, прикинь. А сколько их тут вообще будет, интересно, я не знаю. Чуваков. Так, а ну-ка, я назад хочу возвратиться. Тихо-тихо, не бейтесь. Не бейтесь. Меня сейчас они убьют. Так, я хочу назад возвратиться, где там мои чуваки сидят. На, ух ты, как я их всех завалил. Сейчас они меня щелкнут, смотри. Да, ты умер. Воскреситься за 30 кристаллов, воскреситься за просмотр рекламы и сдаться. Потеряно опыта будет 10%. Так, ладно, сдаемся. Ничего страшного. Так, что у меня здесь по инвентарю, по менюшке? Ну, такая вот игрушка, ладно, тогда будем какую-нибудь другую поиграем, да?